2 мая в классе азербайджанского языка 37-й киевской школы прошло занятие, посвященное 25-летию Чернобыльской катастрофы. Вступительное слово произнес профессор Ариф Гулиев. Председатель киевского конгресса азербайджанцев Олег Крапивин наградил ликвидатора последствий аварии на Чернобыльской АЭС почетными грамотами и вручил материальную помощь. В классе собралось много представителей киевской организации конгресса азербайджанцев в Украине, пришедших почтить память погибших ликвидаторов и отдать дань уважения живым героям. Со словами благодарности к собравшимся обратились участники ликвидации Шакир Яхьяев, Али Алимамедов и Фахрадин Гашимов. Продолжили торжество дети, прочитав стихи на тему героизма и показав театральную постановку на тему мира. Во дворе школы по окончании встречи были запущены в небо шары с просьбами больше не посылать на землю таких испытаний.